Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я приготовила вот такой чудесный свадебный курник. Процесс приготовления такого курника немного трудоемкий, потому что для него нужно готовить 3 начинки. Давайте посмотрим, как я его готовила. Поехали! Итак, начнем с приготовления теста. В мисочку вливаю молоко. Масло. Это растопленное сливочное масло. Яйца. Сметану. Соль. Сахар и разрыхлитель. Также добавляем муку. Перемешаем все это. Добавим еще муки. Продолжила замешивать тесто вручную. И вот такая красота у меня получилась. Отправляю ее в мисочку и накрываю полотенечком. Оставляю отдыхать. Начинаю готовить первую начинку. Она у меня грибная. Нарежу шампиньоны пластинками. Шампиньоны обжарю на растительном масле. Заранее отварила куриную грудку. Теперь нарежу ее кубиками. Грибам отправляю лук. И поперчу. Перемешаем и будем жарить до полной готовности лука. Два куриных яйца отварила, теперь нарежу их кубиками. На сливочном масле обжариваю муку. Добавляю бульон, в котором варилась куриная грудка. Хорошенько перемешаю.
Я посолила соус, теперь сюда отправляю нарезанную грудку и тушу 5-7 минут. Собираю рисовую начинку. Рис я заранее отварила, теперь к нему буду добавлять растопленное сливочное масло. Яйца. Соль и зелень. Все это хорошо перемешаю. Разделяю тесто на две части. Одна больше, другая меньше. Меньшая часть идет на основание, а большая на купол. Тесто раскатаю. Тесто перенесла на противень, застеленный пергаментной бумагой. А на тесто я положила блинчик. Тесто должно быть примерно на 2 сантиметра больше, чем блинчик. Теперь выкладываю куриную начинку. Разровняла куриную начинку, накрываю еще одним блином. И выкладываю грибную начинку. Разровняю. Накрываю еще одним блином. Накрываю грибную начинку блином. И теперь выкладываю рисовую начинку. Последней у нас идет рисовая начинка. Ее надо выложить в виде купола. Рисовую начинку накрываю двумя блинами. И теперь я раскатаю вторую часть теста. Курник у меня получился огромным. Я его уже украсила вот такими красивыми косичками. Вырезала цветочки. Сейчас пирог, курник обмажу яйцом, а потом продолжу украшать этими цветочками. Теперь украшаю курник цветочками, а цветочки фиксирую гвоздикой. Курник полностью оформила. Посыпаю его белым кунжутом. Курник отправляется выпекаться в духовку на час при температуре 180 градусов. Вот так выглядит наш пирог в разрезе.
Я не знаю, почему этот курник называется свадебный, но мне кажется, он украсит не только свадебный стол, но и любой другой праздничный стол. Также он получился очень вкусным, сытным и аппетитным. Готовьте с удовольствием, а мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока!